Вы всегда думали, что между нами несправедливый обмен. Но на самом деле он очень честный. Здесь вы не получите амнистии. Ни от кого, кроме меня. Запомните это. А что насчет рабочих с фабрики? Миямото исполнит мой приказ. Я скажу ему... Не беспокоить. Ни вас, ни вашу фабрику. Разрешите откланяться. Майор Миямото. Слышала о Кавадзи Мару? Прослушка дала результаты. Я жду подходящего момента. Ты же знаешь, насколько это важно. Если Хаин... Твои записи очень полезны. Продолжай наблюдение. Угощайся. Шеф, Сюэпин покинула общество Синхэ. Это ваш приказ? Она покинула общество Синхэ, значит, обнаружила компромат на Танфэна. И боится его разоблачения. Она слишком эмоциональна. Для разведки она стала бесполезна. Может, это какая-то ошибка? Ошибка? Она относится к Танфэну так же, как ты к ней. Какая ошибка? Раз ты о ней беспокоишься, проследи за ней. Мне нужно знать о всех ее передвижениях. Тогда... Возможно, я дам ей еще один шанс. Майор, на швейной фабрике какой-то необычный звук.
Это всего лишь радиопомехи, все нормально. Ненормально. На швейной фабрике должно быть тихо. Подожди. Что тут такого особенного? Они занимаются обычными делами. Я не понимаю, зачем нам что-то делать? Ты однажды сказала, что звук очень важен при передаче информации. Вот почему специалисты твоего отдела очень любят тишину. Что ты хочешь этим сказать? Майор Миямото, если Хэйн — это только предлог, чтобы втереться ко мне в доверие, то моему терпению есть предел. Я хочу, чтобы Хэйн отдалилась от Ячуна. Но нужна подходящая причина. Допустим, на швейной фабрике что-то случилось, и это будет связано с Хэйн. Понимаешь, почему нужно наблюдать? Сестра Ин! Маньшен. 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 Господин, не надо! Господин, японцы только и ждут, когда вы попадете в их ловушку, господин! Господин, мы его нашли. Он хочет с вами встретиться. Очнись, Маньшен! Я знаю, что делать. Вы очень не вовремя исчезли. Знаю. Я пришел позже. Но до этого у меня не было никакой полезной информации. Не хочу слушать оправдания. Что ж, давайте поговорим о важных вещах. Пару дней назад я услышал, что на черном рынке кто-то закупил партию белого фосфора по высокой цене. Белый фосфор может самопроизвольно воспламеняться при низкой температуре. Я считаю, что это имеет прямое отношение к взорванному кораблю. Ближе к делу. Покупателем белого фосфора был Тан Фэн.
Хаин. Миямото. Миямото. Это Миямото. Это Миямото. Убил мальчика. Оставайся здесь и позаботься о себе. Я скоро вернусь. Майор Е, возьмите меня с собой, пожалуйста. Господин Чи, вам туда нельзя. Господин Чи! Господин Чи, это военное правительство. Господин генерал. Есть. Господин генерал, вы обещали, что на фабрике больше не будет проливаться кровь. Неужели вы забыли? Если вы забыли, я могу освежить вашу память. Я не терплю, когда мне угрожают. Я вам не угрожаю. Я просто по-дружески напоминаю. Я отдал вам все, что вы захотели. Я попросил у вас только одно. Теперь я вас спрашиваю. Сегодня на фабрике Миямото убил невиновного. Вы можете это объяснить? Я не считаю, что убил невиновного. Я уверен, что мое решение было верным. Верным? Это был 14-летний мальчик! 14-летний? И что? Подростки среди подпольщиков не редкость. Это ничего не значит. Так что... Прежде чем меня осуждать, вы должны объясниться по поводу взрыва на военном судне. По поводу взрыва? Невероятно. Ваш корабль взорвался. Продукция моей фабрики уничтожена. Я больше всех пострадал. Ваша способность воровать то, что положено охранять, приводит меня в восхищение. Как жаль, что вы допустили промах. Господин генерал, я только что узнал, что недавно на черном рынке была продана партия белого фосфора. О? Господин Чи, вам близка эта тема, не так ли? Белый фосфор был использован для поджога. Пожар вызвал взрыв боеприпасов на Кавадзимару. Вот настоящая причина случившегося. Я не знаю, о каком белом фосфоре вы говорите. Вы хотите все свалить на меня? Миямото, продолжай. Господин генерал, мной установлено, что покупателем белого фосфора был Тан Фэн, помощник Чичена. Объяснитесь. Я этого делать не обязан. У вас есть доказательства? Доказательства? Господин генерал, в любом случае, швейная фабрика имеет непосредственное отношение к делу. Я требую немедленно арестовать и допросить Чичена. Поскольку имеются полные основания, будьте любезны, сотрудничайте с нами, господин Чи, чтобы установить истину. Учитывая наши дружеские отношения, я не вызываю военную полицию. Пожалуйста, проследуйте в комнату для допросов. Миямото. Господин Чи. Прошу.
Ячун, не пари горячку. Генерал просил меня о вас позаботиться. Он еще надеется, что вы с честью выйдете из этого положения. Но, вероятно, мне придется его разочаровать. Когда вы прилагали огромные усилия ради фабрики, вы подумали, что наступит сегодня, да? Я не понимаю, о чем вы. Вы, коммунисты, не можете сменить пластинку? Вечно притворяетесь, что ничего не понимаете. Но все равно, это плохо заканчивается. Господин Чи, вы порядочный человек. Мне не хотелось бы прибегать к насилию. Я скажу то же самое. Если хотите меня обвинить, предъявите доказательства. Доказательства? Не беспокойтесь. Я представлю их вам одно за другим. Я подожду, пока они не окажутся передо мной. Вы уверены, что этого хотите? Господин Чи, вы находитесь в камере для допросов. Вы не хуже меня знаете. Что ожидает тех, кто покрывает коммунистов? Я не знаю. Но я уверен, что у бесчеловечных тварей вроде тебя всегда плохой финал. Миямото! Генерал ожидает нас в своем кабинете. Господин генерал, вот рапорт о недавних операциях. Взгляните. Миямото, я отвечаю за военный контроль. На каком основании ты продолжаешь вмешиваться в дела фабрики? Ячун, ты отвечаешь за военный контроль. И поэтому должен их избегать. Генерал, затронута честь. Простите меня за неподчинение приказу. Вообще-то, ты не должен себя винить. Это дело не настолько серьезное. Дело серьезнее, чем кажется. Можете не волноваться. Служба есть служба. Я решительно требую проведения расследования взрыва на военном судне. Я не допущу, чтобы этот инцидент послужил поводом для убийства невинных людей и обвинения меня в халатности. Если Чечен действительно коммунист, что тогда будешь делать, Ячун? Если он окажется коммунистом, я убью его своей рукой. А если нет? Если нет, хватит! Ячун, никто тебя не обвиняет. Так что не стоит спорить. Миямото. Нет нужды расследовать деятельность Чечена. Напиши рапорт и на расстрел. Господин генерал, я могу доказать, что на швейной фабрике есть коммунисты. Они отправляли информацию голосовым сообщением. Я уверен, что мы их найдем, если будем искать. Господин генерал, нужно не просто схватить одного-двух антияпонцев. Поскольку здесь затронуты интересы империи, необходимо провести тщательное расследование. Взрыв корабля — серьезное происшествие. Если на высшем уровне поинтересуются, мы должны заготовить объяснение. По моему мнению, Чечен должен быть готов к допросу в любой момент. Но не должен быть арестован. Он должен быть арестован! Хватит. Хватит. Взрыв на военном судне — свершившийся факт. Если хотите заткнуть рот начальству, вы должны обнаружить большое количество антияпонцев. Иначе мы не сможем сохранить лицо. Господин генерал,
Я могу сохранить вашу репутацию. Поверьте мне, через фабрику Чечена я могу выйти на коммунистов, которых не может найти Ячун. Миямото, ты обещаешь это уже не в первый раз. Но сейчас другое дело. Мне не потребуется много времени, это будет быстро. Быстро? Насколько? Два дня. Хорошо. Даю тебе три дня. Господин генерал, если Миямото докажет, что Чечен или кто-то в его окружении коммунист, я сниму военную форму и вернусь в Японию. Обещаю, что не буду втягивать военное правительство и вас, господин генерал. Ячун, я обязательно это докажу. Лучше тебе это сделать, чтобы мальчик на швейной фабрике погиб не зря. Если ты не сможешь это доказать, я пришлю тебе самурайский меч. Если вы хотите провести расследование, не буду препятствовать, но делай это под свою ответственность. Танфен, что ты делаешь на фабрике? Почему японцы арестовали Чечена? Не волнуйся так, сестра, я как раз пришел с этим разобраться. Он в камере военного правительства, что ты можешь сделать? Скажи, что произошло? Говори! Это из-за взрыва на военном корабле. Какая может быть связь между ним и взрывом? Танфен, послушай, ты должен рассказать мне все, что тебе известно об этом. Сестра! Не называй меня сестрой. Я жить не смогу, если мы его не спасем. Каков наш следующий шаг? Вы договорились с майором Киёдзуми, если мы снова нацелимся на Ячуна? Мы займемся белым фосфором. Зачем? Кроме Ячуна, у нас еще поиски коммунистов на фабрике. А ты уверен, что они там есть? Но у нас есть человек, который может оказаться коммунистом. Белый фосфор — мощное доказательство против Чечена. Только доказав преступление Чечена, я смогу разделаться с Ячуном. Даже если Чечун не коммунист, он у меня им станет. Знаешь его? Его? Ты не забыл, что он купил у тебя кое-что по высокой цене? Я его не знаю. Скорее всего, ты уже потратил деньги, которые он тебе заплатил. Говорю вам, я ничего не знаю. На самом деле я пришел помочь. Ты задел тех людей, кого не следовало. Если останешься в Гонконге, тебе крышка. Я могу спасти твою жизнь, если ты мне поможешь. Естественно, ты получишь еще и это.
Сюэпин. Ты спряталась в месте, где тебя легко отыскать. Я не собираюсь прятаться. Тогда возвращайся к шефу вместе со мной. Ланьбао, предупреждаю, не лезь в мои дела. Более того, я не хочу тебя видеть. Японцам уже известно, чем занимается Тан Фэн. Когда он в это ввязался, он не подумал о твоих чувствах. Теперь ты оказалась в очень сложной ситуации. Что ты сказал? Как японцы могли что-то узнать? Ты недооценила шефа. Так называемые близкие друзья тебя предали. Только я всегда был и буду на твоей стороне. Пойдем со мной. Сюэпин! Это здесь. Белый фосфор Тан Фэн купил у него. Он может его опознать. Скорее, прибавь шагу. Есть. Кодзима! Ко мне! Быстро доставить в госпиталь! Держи его! Сюэпин, ты куда? Отпусти, это не твое дело. Сюэпин, Тан Фэн в опасности. Чэчен уже арестован японцами. Если ты пойдешь к нему, то погибнешь вместе с ним. Идем со мной, ладно? Если он не погибнет, и ты останешься в живых, я обещаю, что ты сможешь к нему вернуться. Договорились? А если он умрет? Я хочу умереть вместе с ним. Отпусти меня. Господин, ты как? Все в порядке. Я был снаружи, но те двое, что вошли... Не продолжай. Это Е Чун, он хотел убить свидетеля. У тебя есть доказательства? Может быть, я все усложняю. Ладно, ты должен найти Тан Фэна. И арестовать? Разве мы не должны получить разрешение генерала? Об этом не беспокойся, я его получу. Возвращайся скорей. Хорошо. Почему вы арестовали Чечена? Чечен всегда говорил мне, что президент Дзинь вспыльчиво и взбалмошно. Я думал, что ему не хватает опыта в общении с женщинами. Теперь я его понимаю. Однако, мне очень нравится ваша прямота. Остановитесь.
Я пришла не для того, чтобы что-то обсудить. Это не обсуждается. Либо вы отпускаете Чечена, либо... можете убить меня. Братья из общества Синхэ вам этого не простят. Выбирайте. Вы предложили сложный выбор, президент Дин. Я думаю, вы не так все поняли. Вы должны знать, что это не я арестовал господина Чи. Я знаю, что не вы лично его арестовали. Я никогда и никому не отдавал приказ о его аресте. Сейчас перед нами стоит трудная проблема. Кавадзимару, нагруженный военными припасами и обмундированием, внезапно взорвался. Миямото занимается расследованием этого инцидента. Генеральный штаб оказывает на нас огромное давление и требует немедленных результатов. Господин Чи, как владелец швейной фабрики, обязан оказать нам содействие. Господин Чи пришел сюда, чтобы помочь в расследовании. После установления истины мы его отпустим. Если только он не имеет отношения к случившемуся. Допрос проводится Миямото, но здесь главный я. Пока он находится в этом здании, я гарантирую его безопасность. В первую очередь вам стоит подумать о других людях, на которых нацелился Миямото. Президент Дин, вы должны понимать, о ком я говорю. Что он собирается сделать? Вы уже давно имеете с ним дело. Его методы вам известны не хуже меня. Этот безумец никогда не остановится, пока не достигнет своей цели. Президент Дин, как руководитель общества, вы знаете, как разобраться с подобными людьми. Что вы имеете в виду? Вы можете использовать методы общества Синхэ, чтобы разбираться с подобными людьми. Но не со мной. Вы хотите убить чужими руками? Вы слишком чувствительный, президент Дин. Я просто хочу спасти господина Чи. Миямото жесток и коварен. Не только у господина Чи, у вас тоже будут постоянные проблемы. Не нужно мне здесь громких слов. Я задала простой вопрос. Что задумал Миямото? И где он сейчас? Вам следует поспешить. Иначе будет поздно спасать господина Чи. Миямото ушел отсюда не так давно. Думаю, он уже нашел Танфена. Мы готовы. Этим путем он обычно идет на швейную фабрику. Ваши документы.
Уходи. Пошли. За ними! Сюйпин! 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 Открывай, Сюйпин! Гони! Пусть президент Дин немного отдохнет. Тан Фэн уже вне опасности. Она беспокоится о господине Чи. Сегодня Новый год. Нам не до праздника. Да. Господин в руках у японцев. Такой год.